обзор Гоголя. Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Как играли актеры? Великолепная игра актеров. Ну и сюжет, который не стареет уже 150 лет с момента написания. Конечно, всем советую сходить и какой-то урок из этого вынести. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Седьмой ряд, шестое, седьмое место. Вполне удобно, хорошо видно. Могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Конечно, всем рекомендую. Я еще раз повторяю, что это сюжет, который не стареет, по крайней мере, в нашей стране. Хорошо, спасибо.